А я у салют всем, с вами Stamos Bro, сегодня мы будем слушать трек Teenage близко. И если тебе понравилась данная реакция, подпишись на канал, поставь лайк и напиши свой комментарий. Так, ну давайте заценим свеженький трек Teenage. Мне нравится он как исполнитель, у него есть прикольные треки и охуенные клипы с своим определенным сюжетом. Давайте заценим свежий трек, погнали. Что разъеба? Прямо разъеба нахуй. Меня не надо искать, я здесь близко. Вместе елись с одной миской, но выпали так низко. Цифры, числа, и потому кричу. Блин, прикольный припев, начинает сразу с драйвового, охуенно, битло мне нравится. Пока все хорошо, ну и надеюсь будет все хорошо, дальше слушаем первый куплет, охуенно. В тапке перебываем, ссоры, но так бывает, дальше будем дружить, похер это гроши, бабкам на сплетни. Тачку где-то мало, что-то у вас ненормально, ты работай дальше, так в спине ножи. Я лишь начинаю играть, не скули, воняет пасть, твоя жизнь покрыта ложью. Блин, прикольно, куплет, здесь он, ну, высказывается просто, да, что у него накипело и вообще на душе творится. Короче, мне нравится этот куплет, мне нравится то, что он поменял два раза раскладочки в треке, в куплете, у него охуенный флоу, да, и текст у него этот хороший прям, заебись. Не надо искать, я здесь близко, вместе еле с одной миски, но выпали так низко, цифры, числа, и потому кричу, hasta la vista. Меня не надо искать, я не такой уж малой, я очень близко, иду за твоей женой, вам всем пизда, мы в черном списке, а ты не с вами, так как поступили. Хорошо, хорошо. Блин, здесь все хорошо в треке, и битло мне нравится. По припеву я хочу сказать, что мне прям зашел очень сильно зашел припев. Это, наверное, один из, ну, я немного слышал треков у Teenage, там буквально 5-6 треков, но этот войдет в списочек лучших у него. Вы можете написать в комментариях, что типа ты не шаришь, у него есть попищи треки. Возможно, возможно. Но то, что я слышал, мне вот, допустим, очень нравится припев. Куплеты тоже хороши. Блин, очень крутой трек и битло мне заходит. В общем, я ставлю этому треку 5 из 5. Рекомендую прослушиванию. Человек высказался, да, что накипело у него. Какие-то личные тут моменты есть. Не знаю. Мне это близко, мне нравится. Охуенно. А с вами был Stamos Bro. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. До встречи. Пока.